Здравствуйте, вы смотрите программу «События». Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Опасная практика. Полиция ищет пострадавших от деятельности стоматологической клиники после смерти маленького пациента. Нестыковки в деле не помешали. Суд снова вынес обвинительный приговор вдове банкира Екатерине Пузиковой. Дороги под контролем. Общественники проверили, как ремонтируют улицы Венцика и Фрунзе. 43 гранитные лестницы. Полным ходом идет реконструкция набережной у Ладьи. Физика, которая изменила мир. Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов прочитал лекцию в Самарском университете. Следователи ищут пострадавших от деятельности стоматологической клиники «Практика». Такое обращение к жителям губернии появилось на официальном сайте регионального следственного управления Следственного комитета. Деятельность частной клиники ООО «Практик Самара» на проспекте Ленина проверяют после гибели там 5-летнего ребенка во время анестезии. Мальчику делали наркоз, во время которого у него нарушилось сердечное биение. Врачи пытались его реанимировать, но спасти ребенка не удалось. Он скончался до приезда бригады скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи просят откликнуться тех, кому оказали ненадлежащую медпомощь в этой клинике по телефонам, которые вы видите на экране. Хотела как лучше, а получила на 2 года больше. Красноярский районный суд на 9 лет отправил за решетку Екатерину Пузикову. Ее обвиняют в убийстве мужа-банкира Дмитрия Пузикова. Вдове уже во второй раз выносят обвинительный приговор. В деле, по мнению защиты, все еще есть масса нестыковок. В том, что в этой запутанной истории все еще рано ставить точку, в зале суда убедился Андрей Горгуленко. Суд приговаривает признать Пузикову Екатерину Григорьевну виновной в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить Пузикову Екатерину Григорьевну наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет. Хотела оспорить обвинительный приговор, но получила на 2 года больше. Вдова убитого Дмитрия Пузикова вновь признана виновной после дополнительного расследования. Сама Екатерина по-прежнему заявляет, что не причастна к смерти мужа. Она уверена, что Дмитрия убили из-за бизнеса. Перед гибелью ему даже поступали звонки с угрозами. На протяжении 5,5 лет, сколько идет процесс, моя позиция ни разу не менялась. Я по-прежнему заявляю, что я этого не делала, и моей вины в этом нету. Сторона обвинения с приговором согласна и других мотивов, кроме ревности, в расчет не берет. В целом судебное решение соответствует позиции обвинения, а дальше уже будем смотреть, будем проверять полностью вынесенный приговор. По основным моментам, как было установлено и в ходе следствия, и в ходе судебного следствия, это была ревность. Других нет мотивов. Напомним, Дмитрия Пузикова, экс-заместитель управляющего самарским филиалов одного из российских банков, отравили в его загородном доме. Экспертиза, установленная ядом, был талий. Это высокотоксичный тяжелый металл, который не найти в свободном доступе. Для человека смертельная доза всего 600 миллиграмм. Где же Екатерина смогла достать такой опасный яд, до сих пор установлено не было. У нас не установлено основное обстоятельство по делу, откуда 23-летняя выпускница юридического факультета могла взять такой яд, как талий, который является ядом спецслужб, террористических организаций и тому подобное. В деле имеется масса нестыковок, на что обращала внимание в том числе и генпрокуратура, но это не помешало силовикам закончить дополнительное расследование с тем же результатом. Теперь у защиты есть 10 дней, чтобы обжаловать несправедливый, по ее мнению, приговор. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События. Общественность, как совесть, никогда не спит и контролирует ход ремонта дорог. В рейды с проверкой регулярно выезжают Общероссийский народный фронт и общественные советы микрорайонов. Именно люди, живущие в домах на ремонтируемых улицах, могут в любое время наблюдать за рабочими. В этот раз проверка коснулась улиц Венцика и Фрунзе. Что сделано на совесть, а что придется исправлять, узнала Марина Матвейшина. Они знают все ее трещинки. Жители домов по улице Венцика рассказывают и показывают все недочеты, которые обнаружили во время ремонта дороги. Работы ведутся под неусыпным контролем людей. А потому список вопросов сформировался еще до того, как в рейд вышли представители Общероссийского народного фронта, районной администрации и подрядчики. Здесь сложный участок, здесь одни провалы. Здесь сложный, да. Да, здесь вообще, если смотреть на поперечник, вот здесь был перепад где-то сантиметров, наверное, 35-40. Ага.
вечная яма, и вот здесь. В своих слоях мы все это выровняли в рамках, даже больше. Вопросы решаются по возможности тут же, в качестве поручений подрядчику. На исправление недочетов дается определенное время, а потом снова проверка. Если не исправили, составляется акт, который идет в прокуратуру городского округа Самара, в администрацию городского округа Самара и в ГИБДД. Административный ресурс у нас есть. Административный ресурс работает. И более того, я могу сказать, то, что сейчас, в данный момент, в настоящее время, подрядчики идут на встречу и... Пока что еще не было такого, чтобы они не устранили нарушения, которые выявили представители Общероссийского народного фронта. Зато как уложен асфальт и установлены бордюры на Венцика, подрядчику поставили пятерку. Вот здесь вот минимум 5 сантиметров получается расстояние. А если вот так вот померить, то даже больше. Да, мы видим, что тут практически 6,5 сантиметров. Вот по эту риску должен проходить асфальт, то есть верхний слой, 5 сантиметров щема, 20 выравнивающий, соответственно, здесь 6,5 сантиметров. Ну, с учетом разницы уровней, как бы асфальт будет как раз положен. Но хорошая история, я думаю, что такой асфальт будет жить однозначно, потому что качество такого асфальта, оно очень хорошее. А вот работой на улице Фрунзе общественники недовольны. Вдоль бордюра по проезжей части идет полоса щебенки. Рабочие сделали тротуар, нарушив технологию. Исправлять собираются в ближайшее время. Вот как это будет сделано? Как это будет сделано? Это будет сделано вот так вот, будет закатано? Прям 10 сантиметров от дороги или как это будет выглядеть? Да? Мы трамбуем, то есть продуваем. Где грязь, это вычищаем. Затрамбовываем здесь, кроме как колесом здесь какой-то тяжелой техники. И виброплитами больше ничем не подъедешь, то есть именно по щебеночному основанию, мы его укатываем. После этого горячим асфальтобетоном тип Б марки 2 идет устройство 5 сантиметров толщиной, уже это заполняется пространство между проезжей частью. В этом году в Самаре ремонтируют 11 дорог за счет городского и регионального бюджетов. Плюс еще 9 дорог за счет федерального в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Общественность не остается в стороне и следит за ремонтом каждой из них. Чтобы все было сделано не только качественно и по всем нормативам, но и удобно для горожан. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События. Ограждение не по правилам. Инспекторы ГИБДД проверяют участки, где проводится ремонт теплосетей. Не везде знаки дорожного движения установлены по нормативам. Какие еще претензии у проверяющих возникли на улице Алматинская, расскажет Лариса Шалафаст. На участке улицы Алматинская рабочие спешно укладывают асфальт. Перекладку труб здесь начали пару дней назад. Участок сложный. Эту теплотрассу эксплуатируют почти полвека. Из-за частых аварий зимой приходилось отключать горячую воду в части Промышленного и Кировском районах. Чтобы в новый отопительный сезон войти без проблем, предприятие тепловых сетей проводит плановую замену труб. Объем работ оказался больше, чем планировали изначально. В итоге подрядчик превысил разрешенные сроки. Непосредственно на данном участке, Ставропольская, Алматинская, трасса переходит улицу, поэтому работы были с закрытием движения. Департамент, как подразделение администрации, выдал разрешение предприятию на данных видов работ. При этом эти данные работы и схемы организации движения были согласованы с ГИБДД. Хотя по срокам мы давали им выполнить до утра понедельника, но по ряду причин предприятие не смогло это сделать. Помимо сроков, претензий к подрядчику есть и у дорожных инспекторов. После проверки выявили ряд нарушений. Дорожные знаки установлены не по нормативам. Это может привести к аварийной ситуации. По информации ГИБДД, с начала года из-за неправильно установленных знаков на ремонтных участках произошло 17 ДТП. К этому участку есть и другие замечания. На данном участке отсутствует ограждение места производства работ в полном объеме, отсутствует дополнительное освещение. Ненадлежащее содержание места производства работ напрямую влияет на безопасность дорожного движения и в полной мере не позволяет ее обеспечить. После проверки инспекторы составили административные протоколы. Теперь по закону на исправление недочетов дается несколько дней. Но подрядчик пообещал закончить ремонт уже сегодня. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События. Белые парусы, мраморные волны. В ближайшие дни строители начнут красить символ Самары – ладью на набережной. Завершают и бетонирование фонтана. Его оснастят подсветкой. Какова готовность четвертой очереди набережной и судьбу елей, которые попали в зону ремонта, узнала Марина Кравцова.
Сотни тонн гранита, тысячи метров тротуарной плитки. Стройматериалы подготовлены, работа кипит. Уже наполовину готова главная, самая большая лестница у ладьи. Ступени облицовывают красно-серым южно-султаевским гранитом. Здесь уложат 1800 погонных метров камня. Всего же на набережной будет 43 лестницы. Полным ходом идут работы по реставрации ладьи. Сейчас завершается отделка и облицовка основания мрамором. Уже в ближайшие дни подрядчики приступят к покраске. А покрасить предстоит больше 1100 квадратных метров. Внешний вид одного из главных архитектурных символов Самары не изменится. Ладья будет с белоснежным парусом. На финишную прямую вышли работы, которые будут скрыты от глаз горожан, но обеспечат комфорт на набережной. Это устройство коммуникаций, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, очистных сооружений и коллекторов, электрокабелей и систем автополива. Обновленная набережная будет утопать в зелени. Газоны преобразят, украсят цветами и кустарниками, высадят полсотни новых деревьев. Убрать пришлось только старые и больные тополя. Ни одна елка при стройке не пострадала. Ради хвойных даже слегка скорректировали проект. В частности, мы видим 22-й сход. Мы его сместили, согласовали с проектировщиком для того, чтобы поставить эти зеленые красавицы на месте. Предусмотрены работы по устройству откосной части. После устройства автополива, значит, мы будем заново, значит, наносить чернозем, где-то укреплять его георешеткой. И заново будет высаживаться трава и другие растения. На новой достопримечательности самой живописной улицы фонтане идет заливка стен бетоном. После их облицуют гранитом. Планируется, что фонтан будет с динамической подсветкой и музыкальным сопровождением. Тротуары выложат плиткой, а на нижнем уровне будет асфальт и велодорожки. На подмогу подрядчикам пришли стройотряды. Самарские студенты тоже вносят свой вклад в преображение города. Реконструкция набережной идет по графику, несмотря на неприятные погодные сюрпризы. Контроль качества идет на всех этапах. Проводится строительный контроль на соответствие выполненным работам, проектным решениям. В настоящий момент общие, как бы, строительные работы идут в рамках графика. Серьезных отклонений пока не наблюдается. Основные работы на четвертой очереди набережной должны завершить в ноябре этого года, полностью весной следующего. И только когда объект будет сдан, совершенно новую набережную откроют для посещения. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Самарский регион в Краснодаре презентовал проекты дворов и парков на Всероссийском форуме «Городская среда». Участие в нем приняли более 1000 представителей со всех регионов. Самарская делегация была одной из многочисленных. Возглавил ее председатель Самарской губернской думы, региональный координатор проекта «Городская среда» Виктор Сазонов. Это один из самых крупных проектов партии «Единой России». Он направлен на поэтапное благоустройство дворов и знаковых мест массового отдыха. В 2017 году на его реализацию Самарская область из федерального бюджета получила около 1 000 000 000 рублей. Почти столько же софинансировала региональная казна. Каждый регион делится, что у них в рамках общественного пространства, скажем, там благоустройство городов, парков, скверов, дворовых территорий, какие особенности. И тем самым каждый регион, а здесь участвуют все регионы нашей страны, каждый регион, он набирает эту практику для того, чтобы уже не делать, не допускать у себя ошибок и уже использовать, так сказать, опыт других регионов успешно и эффективно. Особый интерес на форуме вызвал доклад вице-мэра Самары Владимира Сластенина «Поработал, отдохни». Он презентовал его на одной из секций. В 2017 году в Самарской области в рамках парт-проекта «Городская среда» будут благоустроены около 1500 дворов. Осенью начнется обсуждение проектов, которые войдут в региональную 5-летнюю программу. Почти 15% самарцев имеют просроченную задолженность по кредитам. Сколько составляет средняя сумма долга, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цены на нефть сегодня пошли на спад после резкого роста накануне. Баррель марки Brent стоит $50.50. Валюта прибавила в цене. Курс на 27 июля. Доллар 59 рублей 91 копейка, евро 69 рублей 68 копеек. Золото стоит 2407 рублей, серебро 31 рубль 37 копеек за грамм.
В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 11 копеек, дороже всего продать за 59 рублей 81 копейку. Ростуризм назвал самые популярные места для отдыха в России. В лидерах Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург. В России стало больше охотников за скидками. По информации исследовательского центра, за год число таких покупателей увеличилось на 10%. Не экономят на покупках лишь 18% россиян. Просроченную задолженность более 3 месяцев имеют почти 15% самарских заемщиков. Средняя сумма долга составляет 190 тысяч рублей. Всего же в России количество граждан, которые не вносили платежи по кредитам 90 и более дней, достигло 7 миллионов человек. На этом все. Удачи в делах! Большая наука без политических разногласий границ. Сегодня в Самарском университете встречу с профессурой и студентами провел лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов. Лекция была посвящена личности Альберта Эйнштейна, его научной и общественной деятельности. Многие международные явления гениальный ученый предвидел так же, как и законы физики, а по своим взглядам на мировое политическое устройство был убежденным социалистом. Олег Зверев с большим интересом выслушал лекцию. В научном сообществе этот феномен называют «год чудес», когда малоизвестный выпускник Цюрихского политехникума опубликовал свои труды, совершившие революцию в науке. А теперь Альберта Эйнштейна называют главным инженером Вселенной. Личности и открытиям гениального физика сегодня посвятил свою лекцию лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов в Самарском университете. Вице-президент Российской академии наук является членом наблюдательного совета университета и во время визита в Самару регулярно встречается с профессурой и студентами вузов. В зале, как всегда, аншлаг. Собрались все, кому интересны научные труды и политические взгляды Эйнштейна. Тем более, что многие общественные явления он предсказывал так же, как и закон ЕМЦ². В 1949 году. В мае месяце в новом журнале, который назывался «Месячное обозрение», «Months Review», он написал статью, представил, почему социализм. И когда я ознакомился с этой статьей, я понял, что Альберт Эйнштейн был не только великий ученый, великий физик, это был на самом деле одна из величайших личностей 20-го столетия, которая в то время поняла, что только единственный социалистический путь развития человечества может и должен быть избран. Альберт Эйнштейн был известен своими социалистическими и миротворческими взглядами. Он не раз высказывал позицию: наука должна служить делу улучшения жизни, а не войнам. В итоге холодной войны между Западом и Востоком проиграли и те, и другие. А ликвидации Советского Союза как субъекта международного права в значительной мере отразилась на научной мысли. В качестве аргумента Жорес Алферов привел слова американского экономиста: а те, кто сегодня трудится в большой науке, сотрудничают, несмотря на границы и политические разногласия. У меня много американских коллег, и я член ведущих американских национальных академий, и Национальной академии, и Национальной инженерной, и многих других обществ. И сейчас мы продолжаем, несмотря ни на что, сотрудничать. И, между прочим, когда я проводил недавно заседание научно-технического совета фонда Сколково в Крыму, все мои американские коллеги с удовольствием приехали в Крым. И ни у кого не возникало проблемы, почему Крым снова в России. О перспективах Самарского университета уже по окончании лекции говорили Жорес Алферов и Николай Меркушкин. По словам губернатора, сегодня Национальный исследовательский вуз пользуется поддержкой на самом высоком уровне. В ответ лауреат Нобелевской премии отметил, что это один из лучших университетов в стране, научная деятельность которого пользуется признанием во многих странах мира. Олег Зверев, Сергей Баскин. События. Спасение от мусора. Жители домов на Нововокзальной решили оградить забором контейнерную площадку. Она расположена вплотную к детской. Люди обратились к районным властям. Вопрос удалось решить во многом благодаря общественному совету микрорайона. Всего в Самаре их 355. Они созданы по инициативе губернатора Николая Меркушкина. Как быстро решить проблему во дворе, узнала Лариса Шалафаст. Небольшой забор возле контейнерной площадки жители домов на улице Нововокзальная хотели установить давно.
Контейнерная площадка здесь расположена практически вплотную к детской. Поэтому часто мусор ветром приносило в песочницу. Да и малыши нередко отправлялись на экскурсию к мусорным бакам. Дети здесь бегают, вот, и, ну, как им интересно, что там такое. Некоторые кладут вещи какие-то, они бегут смотреть. То есть не всегда за детьми уследишь. Чтобы решить проблему, инициативная группа жителей вместе с управляющим микрорайоном обратились за помощью к депутату. Общими усилиями нашли необходимые материалы и установили забор. На все про все ушло меньше недели. Опять же, закрыть. У нас ведь ни материала, ничего же нет. Ну и начали разговаривать, просить. Есть такой РЭУ-4. Подошли, ребята, помогите. Мы сделаем все сами, только дайте материал. Ну вот все, дали материал, ну, сделали площадочку. Теперь решать проблемы конкретного двора стало проще. В Самаре работают общественные советы микрорайонов, которые оперативно обращаются к властям за помощью. Нам необходима золотая середина, чтобы свои ресурсы и возможности и власть давала людям, и чтобы люди соучаствовали в мероприятиях, которые касаются благоустройства территории. Не только раз в год во время субботника, в апреле мы проводим месячник благоустройства, но и в течение года. С контейнерной площадкой вопрос решен. Теперь в планах у жителей в ближайшее время общими усилиями установить ограждение на газонах, чтобы водители не оставляли свои машины в неположенном месте. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, события. 25 июля, в день смерти поэта и актера театра на Таганке Владимира Высоцкого, в Самаре прошла 17-я парусная регата. Какие сложности ожидали их сменов, узнал Андрей Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Судья зорко глядит водную даль. Его задача внимательно следить, чтобы все яхты на повороте прошли специальный буй по левому борту, иначе победы не видать. Дистанция регаты 7 миль, это почти 14 километров. Команда яхты должна работать как единый механизм, потому что вода ошибок не прощает, и любой просчет может стоить первого места. Победу в самом мощном классе, а заодно и абсолютную, одержала яхта «Сани». А вот в классе «Мини» первой пришла, несмотря на запоздалый старт, «Мистраль-5». Регата, посвященная Владимиру Семеновичу, в которой экипаж судна участвует далеко не в первый раз, занимает особое место в их жизни. Это как бы макушка, лето. И вот после вот этой регаты как бы лето уходит на осень. И вот как-то у меня в календаре, в моем личном, внутреннем, то есть вот регата прошла Высоцкого, все, скоро осень. В этом году участников ждало серьезное испытание в виде быстрого течения из-за высокой воды в реке. Кубышская ГЭС сбрасывает очень много воды, и поэтому течение в районе города Самара очень сильное, и поэтому их смена приходится учитывать этот фактор немаловажный и сопоставлять его с силой ветра. И вот как раз это явилось определенным вот таким экстремальным условием в сегодняшней регате. Регата, проходящая уже в 17-й раз, имеет по-настоящему международный масштаб. На старт выходит не только в Самаре, но и в акваториях Тольятти, Петербурга, Сочи и Владивостока, где участвуют более 300 экипажей, в том числе из Китая и Японии. Людмила Ханчина, перенявшая руководство регатой после смерти своего отца, идейного вдохновителя, приятно поражается этим цифрам и точно знает, что это не предел. Прочитала последние строчки книжки моего отца Всеволода Ханчина, который с ним был лично знаком. Они заканчиваются так, что пока я живу, когда Сева, мой папа, был жив, то пока могу, а можешь, значит, делай. Смерть поэта 25 июля. Каждый год над Волгой будет лететь стая парусов. Организаторы обещают, паруса под гитарный аккомпанемент с берега еще долго будут реять над Волгой в середине лета, вспоминая гениального поэта. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на YouTube. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий.